Дорогие друзья, приветствую вас. Итак, снова будем смотреть, что же нам предлагает сильная распродажа Oriflame Россия. И, значит, драйвером этой распродажи является всеми нами любимый скраб для тела пляжа Майами, о котором я рассказывала уже и в пустых баночках, и в дополнительном предложении по программе лояльности. Мама. Вот. Мама. Вы его сможете приобрести при покупке из этой распродажи на 299 рублей за 119 рублей, что в дистрибьюторских ценах означает 119, по-моему. Ой, 97. Да, 95. Так, здесь куча мужского парфюма предлагается. Тайкун за 700 рублей при полной цене 1900. Сэр Эйфбери за 700 рублей при цене 1960. Также и сумочка Clutch Goldie. На деле там кристаллы, по-моему, бесцветные, а здесь выглядит, как будто они покрыты таким чем-то таким золотистой такой пленочкой, хамелеонистой. Нет. Сумочка Clutch, как мы видим, ну, с такой фигурной перфорацией. Двухслойная, да? То есть один слой перфорирован, второй слой нет. Так, браслет Giordani Gold, который был у нас тоже специальным предложением, шел в 2-3 каталога назад при запуске обновленной Giordani Gold. Так, здесь мы видим такой аксессуар, как накидка с рукавами «Особый вечер», представляющий собой обычную трубу, сшитую в местах, ну, сшитую так, чтобы можно было сделать рукава, то есть она одинаковая по ширине, рукав одинаков по ширине. По-моему, не сужается, насколько видно из картинки, и представляет собой черный трикотаж с густым люрексом. Так, на 8 марта мы видели вот серьги в подарочной упаковке. И все обозреватели каталогов отметили, что коробочка намного лучше сережек. Или это было не на 8 марта, может быть, а на День Святого Валентина. Так, солнцезащитная шторка для автомобиля «Веселые каникулы» за 199 рублей тоже. Ну, такая, смотрите, нужна вам такая вещица за 199 рублей. То есть нашими это будет 159. Пометок, если бы принт был другой, я бы не отказалась. Вещь стоящая, на мой взгляд, такая милая вещица, светодиодная гирлянда «Любимый дом». То есть такие ажурные металлические сердечки золотые, золотистые, внутри с фонариком, это классно. Длина, это надо посмотреть тоже, это было во втором или третьем каталоге, нужно вернуться назад, посмотреть этот каталог. И там, ну, по-моему, 2 метра, в общем, гирлянда не очень длинная. Клатч Примавера тоже был при запуске какой-то туалетной воды. Да, насколько я помню. Может, ошибаюсь. Но при запуске какого-то обновленной серии Giordani Gold, чего именно, я не помню. Платье Тропикана 2-летней давности. Лимитка. Такое платье трансформе, которое можно носить как юбку, как платье. Такого светлого, ну, именно вот такого цвета, видимо, как показано на картинке. Пояс черное золото я так себе и не купила. Оно всегда предлагается по этой цене, 349 рублей. Дешевле я еще не... Неплохая вещь, пляжный коврик «Гармония», всем мы помним. По-моему, 2-летней давности, то есть это не прошлого лета, а позапрошлого лета. Шляпа «Монако» предлагалась нынешним летом. Сумка «София» тоже, в общем, ну, максимум год ей. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Вообще, очень удобный формат, ручка такой длины, чтобы можно было носить и на вытянутой руке, и на плечо вешать, и размер самой сумки такой, что туда вроде как, ну, в принципе, туда А4 поместилось бы, только если бы не такая форма, немножечко в виде полумесяца.
Вот. И выделка, ну, наберите, загуглите, посмотрите, по картинке кажется, что это материал под кожу, нет, как будто плетение какое-то имитирует такое, холщовое, нити коричневого цвета и бежевого, ну, по-моему, так, как-то так. Дальше идут стойкие тени карандаш для век, The One Color Unlimited. Хрусталь, серебро, кофе. Три карандаша из каталога, ныне действующего. Там они предлагаются, ну там 5 цветов в линеечке. И вот три из них, да, хрусталь, кофе и бронза, да, я сказала. Вот эти три цвета, ну, таких, по-моему, очень приемлемых, из такой, из коричнево-бежевой гаммы, предлагаются с большей скидкой, чем в каталоге, да. Здесь 300 рублей, а там 230. И нашими это будет 183, по-моему. Угу, 83. Так, здесь уже надо увеличить. Так. А на следующей странице каталога представлены вот эти карандашистики, ухаживающий крем, помада The One, Color Soft, нежный абрикосовый. У меня все время такая ассоциация с карандашами, с подобными, такая форма, по-моему, называется Chubby Stick, с подобными Chubby Stick'ами от Clinique, например. Ну, все бренды выпустили такой продукт, вот. Ну, орифлеймовскую версию отличает в данной серии, их было тоже, было не только в этой серии, отличает уходовость, то есть уходовая составляющая. Так, и все ли цвета представлены? Абрикосовый, соблазнительный, клюквенный, тоже только три цвета из шести, по-моему, точно ягодный. Представлены с дополнительной скидкой, тоже так же. 300 в каталоге, вот они, 300 в каталоге, и вот три из них самые ходовые цвета, они выбрали, по-моему, самые ходовые, вы можете приобрести за 185. Так, блеск для губ гранатовый на стороне 119, значит, наше это будет 95. Крем для душа весенний букет, крем для рук весенний букет, также есть в каталоге, на 20-10 рублей дороже. Соответственно, в общем, попробуйте. Там написано с ароматом тюльпана и мимозы. То есть самые такие мартовские, восьмомартовские, я бы сказала, ароматы. Вот. И крем для душа. Обычная такая упаковка 200 мл. То есть хорошая упаковочка. Крем для рук тоже сказали, вроде неплохой по отзывам. Так что воспользуйтесь этой возможностью приобрести. Крем для рук вам обойдется, если вы консультант, 71 рубль. Следующие продукты из серии Discover, Nature's Secrets, также представлены в каталоге и также на 30, 40, 70 рублей дешевле. Специальный смягчающий крем. Судя по коду четырехзначному, это тот базовое средство на основе пчелиного воска, которое не имеет запаха, вкуса, ну и цвета. Так, матирующий тоник для жирной кожи, оптимальное очищение. Несмотря на то, что для жирной кожи должен быть вроде бы более высушивающий, нежели для нормальной и комбинированной, но в данном случае наоборот. Матирующий тоник прекрасно тонизирует кожу, регулирует деятельность сальных желез, в отличие от синенького, который для нормальной и комбинированной кожи, он очень сильно подсушивает кожу и вызывает, тем самым вызывая еще больше, активизируя деятельность сальных желез. Ну, по моим ощущениям, в моем случае это так. Так, дальше идут парфюмы мужские, Voyager, Rival, Glacier Rock, туалетная вода Giordani Gold
Giordani Man Notte и женская парфюмерная вода Precious Moments. Все они есть в каталоге, но представлены значительно дешевле, на 100, 200, 150 рублей дешевле. На этом предложение заканчивается. В этом каталоге оно не очень длинное. И, в общем, такого особо примечательного я для себя не нахожу. Может быть, имеет смысл взять пляжный коврик. Сумка Софии интересная, за 700 рублей, почему бы не взять, тем более, что нашими это будет 559 рублей. Так, ну все, на этом обзор закончен, ничего не могу вам рассказать дополнительно интересного. Если вам был полезен обзор, не забудьте поставить лайк, пишите в комментариях, что вам понравилось, какого вы мнения, согласны ли вы с моей характеристикой данных продуктов. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого наилучшего, приятных покупок, здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах красоты. И если я не забуду присоединить к данному ролику ссылки на другие мои ролики, то не забудьте перейти по ссылкам и посмотреть другие мои видео о распродажах, о продуктах из этого каталога, из этой распродажи. Пока! Начать свое действие в четвертом каталоге. То есть наступающий четвертый каталог – это последний шанс выбрать свои подарки по продажам.